Друзья, всем привет! По моему выражению лица вы можете понять, что очень жарко на улице, что очень плохо. Давайте просто без лишних предысторий, без лишних предисловий. Аризона, Рулиплей Феникс, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод NoToxic54, а также Данте Коннор. Все это находится в описании данного видеоролика. Ненавижу лето больше всего в жизни, поэтому заходите, регистрируйтесь на Аризоне, чтобы я купил себе кондиционер и все прочие вещи. Сегодня мы смотрим Вертейча. Ролик называется «Ковер-самолет». Привет, мне... Блин, не успел наушники надеть, погодите. Так. Разработчик? Ага. Догнали новую секретную Что за разработку. Разработка Называется такая? «Бабушкин ковер». Отлично. Он умеет ездить, летать и тем самым дарит позитивные эмоции игрокам. Это В течение круто. Двух дней я учился летать на этом ковре, и за эти дни я понял одно. Везде, где бы я ни был, постоянно пытаются этот ковер-самолет украсть. Обязательно Ужас. Ставьте лайк и всем приятного просмотра. Давай, давай, Вертейч. О, на заправке челик вон, вижу челика на заправке, надо разворачиваться. А, нет. Блин, загорелся. Нет, нормально, сейчас самолет. Со спецэффектами к нему подгоним. Воу! Это Димас Гордей! Нихуя себе! Чё? Не видишь? Горю! Это что? Это самолет? Ты как его сделал? Бабуля сшила. Слушай, а ты откуда тут? У меня машина пропала. Ага. Какой ты гадон спиздил. А, ну ясно. А ты чё тут? Заправиться вот приземлился. Поможешь? Да, могу, наверное. Чё за фигня? Где тут бензобак? Где? Справа. Где, блядь, это ковер? А я что, долб***ёб? Не знаю, что это ковер. Нашел бензобак. Нашел. Бензобак. Нашел. О, ты молодец, молодец. Спасибо. Я не знаю, как его заправлять. Мне 12. А вот сколько Дмитрию Гордею, да понятно. Вставляй шланг. Вставил шланг. Куда? Ты его еще не доставал. Как ты вставил? А Боба? Вставил шланг. Ой, боже мой. Так. Все норм. Заливай 95-й. До полного. Держи 50 штук. В смысле? Это же ковер! 95-й. Так бабуля сказала. Да, ладно. Заливает 95-й в ковер. Ковер. Вау! Тут ковер заправляется. Блин, свали! Залил. А прокатишь? Да, давай. Воу-воу! Ебать! Тебя куда? Я не знаю! Охуеть! Круто, да? Ковер летит! Охуеть! Бля, вот только да. не врежься! Не! Бля, ебучий Аладдин врезался в дерево! Что это вообще? Рофлер, просто рофлер! Таксист, у тебя конкуренция на сегодняшний день. Такси! Давай меняемся. Ебать, чё это? Че, ебать, да ты такая выдрав нахуй, Никита? Ну ты лох вонючий. А чем ты, блядь, докажешь, что ты не бомж? А ты докажешь, чем, что ты не бомж, алё? У меня права есть. Ладно, продолжим. Арабская ночь, волшебный восток. Ты остался последним на моем ковре самолете, значит, я тебе даю приз 1000 донат монет. Кстати, или 2000. Прикольная идея. Почему бы и нет? Кто последний останется на ковре, 1000 АЗ получит. Ну шо, летим? Моргенштерн Тимати или проблема играет сейчас. Ой, а как они стоят? Всех скинул по итогу. Никого. Ну, в этот раз не повезло. Привет. Здорово. А в другой раз повезет, интересно, Никита Вертеевич? Кереть у тебя ковер. Ага, бабуля связала. Нормальная у тебя бабуля. Куда едешь? Ты что, по маршруту? Какому? Это новая работа. На родине. Стой, коврист. Ну, типа. Обама, Обама. Ты что, никогда ковра не видел? Это у бабушки? Да, красивый. Дай Спасибо. Полюбуюсь. Ля какой. Ладно, удачи. А чё, реально работа новая? Да, отвечаю. Называется пиздобол. А давай бабки просить за то, чтобы кто-то прокатился. Давай. Смотри, как они собираются вокруг. Вообще норм. Я так себе и дом куплю. Вот он, бля, это капиталист. Ну, гоу.
Они просто в восторге. Мы летим прямо к солнцу. Отлично. Брат Николай Дмитриевич. Так можно и в Liberty City прилететь. Кто понял, тот понял. Динка, я думал, он только едет. Ивангая, смотришь? Да, последнее видео про Simple Dimple. Не хочу тебя расстраивать, бизнес-коллега. Но попыт круче. Попыт, значит. Попыт. Ой, кажется, кто-то упал. Гондон! Simple Dimple? Или попыт? Simple Dimple. Я так и думал. О, пацан приехал. Димас, смотри, что есть. Охуеть! Это чё? Димас, красава. Ковёр. Хочешь прокатиться? Хотел бы. Платить. Было бы отлично. Никита, сколько? Сам решай. 5000. О, вреху. Пошла, пошла, родимая. Охереть! Блин, я нормально. Бы, наверное, лучше б его матой озвучил. А сколько будет стоить вообще ковёр? Потому что они более смешнее. Так, надо доставить его обратно к его же автомобилю. А вон она. Приземляемся. Пиздец, главное не такой врезаться. Же хочу теперь. Это, бля, трясогубка. Если вы хотите, чтобы я вас тоже покатал, ставьте лайк и пишите в комментарии. Я обязательно выберу день и об этом вам сообщу. А сейчас спасибо всем за просмотр и всем пока. Пока-пока, Вертеич. Вы тоже можете зайти, там, подписаться на меня, сделать все прочие вещи. Arizona, Roleplay, Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод. Все это находится в описании данного видеоролика. Всем пока. Сейчас вылезут плашки, вы на них нажимаете, смотрите предыдущие ролики, предыдущие реакции, сам обзоры и все прочее, что можно и что нельзя.